Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1370. События дня. Псалом 33:20. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. За 16 сентября 2019 года выставляем обращение о помощи. Останавливаете курсором, я буду протягивать. Как вот занятия проводили. Может, работа идет. Вот это воскресенье. Это выставили за июнь месяц, день деревни был. Ну, события какие. 16-го, то есть понедельник, то есть вчера у нас был престольный праздник в честь святого мученика, священномученика, епископа столичного града Никомедии, Анфим Никомедийский. Приезжал митрополит алтайский, барнаульский Сергий Иванников со священниками. Каждый раз все других берет с собой. Очень хорошее было богослужение, литургия. Все заснимал Володя сплошняком. У него аппарат был с проводом электрическим. А я только частями. И больше часа все же закончилось раньше. Потом был обед. Там я сказал слово на тему. Первая заповедь «Возлюби Господа Бога всем умом,
всем сердцем, всей душой, всей крепостью. И архиерей уехал. Простился, все очень по-хорошему. Просто Господь был с нами. А потом, день-то не праздничный, хотя для нас он праздничный, как бы. Я увидел, в кустах лежат дрова. Ну, дрова не распилены еще, это 2 года назад примерно было. И так осталось, так и лежат. И давай на тележке все это возить. Навозили большую кучу, пилить будем потом. На тележке на нашей. Вот. Ну и вечером я тут выставлял. Вот такие стихотворения. Я пока пронесу, проведу, а вы сами прочитайте. Затормозите. Еврейский вопрос. Второе стихотворение тоже про евреев. Третье. Пророческий настрой понятен тем. Четвертое стихотворение, тоже на еврейскую тему. Уж столько пишет про жидов и евреев. Пятое выходит стихотворение. Называется «Почему евреи-старики ум связали с тленным, а не вечным?» Так еврей знакомый говорит, с ним сидим, да звезд мы на крылечке. Я смотрю на тучи, в их разрыв, на мелькание звезд без звездопада, слушаю, как друг мой говорит, нашей дружбы закадычной ради. Строг он ревностен, почти самозабвенен. Молится со всхлипом он за свой народ. Жили бы они со мной в деревне, стал бы тем жидам он поперек. Все зависит от любви к Христу, все от ненависти давней к Иисусу. Там плоды содомские растут, и сознание сумрачное тускло. Нет, мой друг, еврей всегда умен, только ум без Бога злобой страшен. Где родился мудрый Соломон? Бог ему открылся, разве зряшно? Божий сын явился в винограде. Глупость в том, что распяли его. И с тех пор и бьют все те же грабли. Этого не видит разве уж слепой? Кровь пророков вопиет до ныне. Вот страшнейшая в еврействе катастрофа. Кровь Христова на Талмуде стынет. Просчитались, словно бомжи рохли. Просчитались. Всю историю до нынешних времен, сидя с другом, вслух перебираем. Ум злодейский числится умом, но без благодати не увидит рая. Знаешь, друг, пойди к израильтянам, возвеси евреям о Мессии. Бог усеял мир еврейскими костями, и Иегова оживить их не бессилен. Вот. Это стихотворение 4-5 разослал другим людям. А тут, говорит, вот послушайте, здесь такой вопрос, Вячеслав Семенов пишет, вот такая тема. Вопрос 2710, 12 том «Открытым оком». Если предчувствия какие-то, что война обязательно будет, кто об этом пишет прямо?
Перед Первой мировой войной были такие размышления? Ответ. Были, и притом в разных слоях населения, как и сейчас. Называется «Грядущий день». Вы понимаете, если смотреть, считать, я буду сейчас проводить, и вы посмотрите, как. Затормозите и дальше считайте.
Вот такое вы взял он и с открытым оком. Считает, значит, работают книги. Где он? 12-й том. Вопрос 2710. Все на этом.